Сегодня мы приготовим простейший домашний отбеливающий лосьон. Он великолепно борется с пигментацией, веснушками и пятнами по акне на лице, делает кожу однородной и красивой. Для него нам понадобится всего один компонент, который есть у любой хозяйки всегда под рукой. Это сода пищевая. В стакан воды мы добавляем 6-7 чайных ложек соды без горки. Все перемешиваем. Переливаем в удобный для использования флакончик, храним в прохладном темном месте несколько дней. Наносим этот домашний отбеливающий лосьон с помощью ватного диска только на область пигментных пятен. Оставляем для воздействия на 10-15 минут, затем смываем теплой водой и наносим свой обычный вечерний ухаживающий крем. Как всегда напомню, что перед первым применением смеси нам необходимо провести тест на аллергию на сгибе локтя, а при выходе на улицу защитить кожу лица солнцезащитным средством. Протирайте пигментные пятна этим домашним лосьоном 2-3 раза в неделю. Если этот лосьон все-таки будет сушить вашу кожу, значит применяйте его чуть реже или уменьшите концентрацию соды в лосьоне. И обязательно напишите в комментариях, как вам эффект. Мне очень важно знать ваше мнение.